Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оф. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор силиконовой формы на планшете Маши. Удивительное ли творчество в современных условиях получает значительно большие преимущества и возможности для своей реализации с гарантией получения желаемых результатов. Силиконовые формы всевозможных форм и размеров значительно облегчают весь процесс изделия. Детальная прорисовка всех, даже особенно мелких элементов, объемной сложной фигуры, позволяет выпекать чудесные, забавные и неповторимые кондитерские изделия. Изготавливать мыло ручной работы, декоративные изделия, а также просто делать всевозможные поделки с вашим малышом. Отличным изобретением стало и появление на нашем рынке силиконовых форм на планшете, позволяющих со значительной экономией времени выпекать и создавать одновременно несколько изделий. Преимущества использования силиконовых форм на планшете таковы. Безопасный качественный материал, пищевой силикон, гибкий и легкий, занимает мало места при хранении, четкая детализация рисунка фигуры, разнообразие форм и размеров, возможность создания объемных фигур, антипригарное покрытие, тесто не прилипает при выпечке, возможность готовить многое одновременно, возможность легкого извлечения готового продукта, легко мыть и хранить, экономия времени. Вот так выглядит данная формочка в виде Маши из известного мультика, которая явно понравится вашим малышам тоже. Так она выглядит с другой стороны. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!